Костыли, медицинские кровати с мотором, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские инструменты, одноразовые шприцы, подгузники, пеленки, простыни, одеяла и полотенца. В Коломакскую больницу привезли гуманитарную помощь. По словам главврача Коломакской центральной районной больницы Людмилы Тимченко, 90% финансирования, которое выделяется на содержание больницы, идет на защищенные статьи, зарплату сотрудникам, оплату энергоносителей и приобретение медикаментов для пациентов. Поэтому денег не хватает не то, что на новое оборудование, а на покупку расходных материалов. Мы дуже потребуємо гостро той же спецодяг, ті ж такі незначні, здавалося б, на сьогоднішній день, але з урахуванням населення, яке переважно у нас похилого віку, фінансово дуже незабезпечені люди, і ми дуже потребуємо ті ж прокладки, ті памперси, ті маски, рукавиці, ну те, що потрібно щодня і по декілька раз на зміну. Подарили больнице 2 инвалидных кресла. Их отдадут жителям Коломака, которые перенесли инсульт и не могут передвигаться самостоятельно. Неожиданностью, говорят медики, стал современный аппарат УЗИ. Оборудование позволит более качественно диагностировать заболевания пациентов. Кроме того, поскольку аппарат мобильный, теперь врачи смогут выезжать в села и проводить обследование населения в местных амбулаториях и фельдшерских пунктах района. Хоть и район у нас маленький, но людям сполучення у нас як такого теж немножко є проблема. Це в нас в основному люди як похилого віку, да, дійсно їм тяжело добиратися. Тому ми будемо їх їздити по амбулаторіям і будемо смотрети именно на містах этим апаратом. Гуманитарную помощь из Германии и США удалось привлечь в Коломак благодаря сотрудничеству Харьковской облгосадминистрации и Львовского благотворительного фонда «Нова Краина». Благодаря тесной работе Харьковской областной администрации и волонтеров мы вышли на Львовский благотворительный фонд, которому удалось посотрудничать, и мы привлекли в Коломацкий район непосредственно помощь медицинскую, которая, безусловно, важна для каждого района. За помощь в осуществлении этого проекта губернатор Игорь Ранин поблагодарил волонтеров, советников Юлии Светличной на общественных началах, Надежду Кривицкую и Елену Борисову. Часть моей команды, которую я очень уважаю, ценю, потому что это патриотические люди. По словам Юлии Светличной, сотрудничество с благотворительным фондом на этом не прекращается. Такую поддержку будут оказывать и другим районам. На очереди Сахновщинский и Зачепиловский. Виктория Тряник, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».